Здравнаке монда улдам жазалчу, сонун сочинский жазайбыз. Айя байтамду улдам жазалат. Жана айо жиңил, жисеңиздер, оозуңарда прям эрит. Азыр ушундай сонун сочинский жазаны үйрөнөбүз буюрса. Так, бизге сумана койду. Сочинскийге ун ээленген. Унга азыр разыркечили кошо алабыз. Бир пачка разыркечили. Андан кийин 160 грамм сахарная пудра. Граммдарын баарын под описание жазып коем. Ушул жерден карап жазсаңыздар болот. Андан кичине туз. Мякта болсо бир жумуртка и жумуртканын белогу. Сарысын болсо өзүнчө алып койдум, анан үстүнө секунду керек болот. Так, андан кийин 2 кашык сметана. И 200 грамм сливочное масло. Майды кесип алсаңыздар болот, же болбосо через терку откроп алсаңыз болот. Аралаштырып бир массага келтирип алабыз. Бу аябай катуу прям жууруштун кереги жок кыздар, лишь бы ундарыбыз, майларыбыз бири бири менен бириксе болду. Муну азыр 30 мүнөткө холодильникке салып коебуз. Так, камырыбыз холодильникте турупча, кыздар, бул убакта уже начинкасын жасайбыз. Начинкага творог, мына мыякта 500 грамм, сахарная пудра, где-то 100 граммдай коштум. Сметана, да бир кашык. Анан бир жумуртка. Так, буну жакшылап аралаштырып алабыз. Если силерге суюгураак болуп кала турган болсо, анда дагы столовый кашык менен ун кошуп алсак болот. Мен өзүм аралаштырып көрөйүн. Так, эмести азыр камырды жайып алабыз. Так, менде мына мондай плунжерлер бар, азыр ушу менен кесип көрөм. Байкайбыз чоңдугун. Жайылган камырыбызды кичине-кичине жайып, формасын чоңураак кылып алабыз. Андан кийин 1,5 кашыктан начинкабызды салып, творогду духовкабыздын илесине тизип алабыз. Бул убакта уже духовкабыз күлчөн болуш керек, кыздар, ысык туруш керек. 180-170 градуста кызарып, бышкача бышырып алабыз. Сары жумурткан сарысына шуктогуна кичине май кошуп алабыз. Аралаштырып алабыз.
180 градуста 20-25 минут пишуралабыз. Кыздар, биз азыр эмеге баралды отабыз. Балдарды каникулга бир жака барып келели отабыз, Дубай. Ата булар же каникулда 25-инде эле каникулга чыгышкан, ошондон бери үйдө эч жака барыша элек. Анан бүгүн күн жылууда ишке чыктык. Кичине ойноп келелип. Эмелердин баары жабык. Бизде азыр Россияда полный жабып коюшкан. Только QR-код менен эле. Бирок биздики эч кимдиктики жок. Так, азыр молочная гречневый, молочная с персиком овсяный. Так, 150 рубль дакен, так, рисовая. Черника смородина, яблоко, черника смородина. Что же это кембе? Алкуруля. Алпроба алкурульч, 150 рубль да. Пока мола для лун. Каша с тыквой. Кызым көп нерсени да жеп экен да, эмне аларын да билбей там. Так, капуста, цветная капуста жейт. Пока бирөөнү алып коёюн. Эмелерди вообще жебей калды. Говяжий сыпленок. Никитер вообще живее галды. Так, агуша дам болсо. Пюрешка на джей мондай. С печеньем она любит у меня. Так. С печенькой. Мама. Крутаня нянка вообще девиткин балам, вообще мне на лбале гоя. Я тот раз я начал, он тоже крутаня нянка лучше девы гой, да? Значит, ей не понравилось. Печенье мне не ликин, да? Ты пай печенье. Я же века деви бельбейму, надо попробовать. Там печенье вроде яблоко банан, да? Да, алдым печенье банан. Еще мондай. Я меня алпер кончу зума. Ой, смеля. Вот он тоже рубликен. Грудник. Удобный елки, а заметь кринчу. Вроде удобный кен. Андаля с барбалом. Пойдем. Так, моларды алу там пока. Балдарга носочки алдым. Еще мондай. Эмет алдым. Еще анга. Эко дейт кошин алып. Мо био миоларды аябай жакшы да. Бирок мондайды ким колдонуп көрдү эле. Ушун колдонуп алып көрөйүнчү. Кандай болот экен. Сырлардын түрү. Чипсы. Папаң ансыра. Плесень? Ушунда жейсиң бе? Жамал сирин болду деп көрдүм. Мен жеп көрлөкмүн. Если честно, не пробовала еще. Көргөн жокмун. А, мына плесень мен. Ошо ким? Кымбат алар. Алып көрөбүз бе? О, жок, тонтпу. Так, тимин менен кем бул Дамир? Плесень менен алы. О, көргөн ушу эмедечи. Плесень менен. Бирок азыр мыякта жок экен. Плесень менен мен жеп көрө элекмин, если честно. А, вон Дамир плесенью. Это за грамм 159 рублей. А, вон.
плесень менен грамм эле 219 рубль экен. 100 грамм? 100 грамм эле. Мындай эле. Жамал сом болсо. Аша кымбат экен. Ночью ты спать хочешь? Уйкузим. Жаным менин. Уйкусу келип калды кызым. Аябай көптөн бери мондай тарелка алгым келип жүрөт да. Именно ошондой голубой. 214 рубльдан экен. 214. Так. Сурган идиштер бар экен. Баяда мондай салат алып кетип жетим эле, ащы сонун вкусный салат экен. Азыр мына дагы салып коюштур 98 рубльга. Торт бисквитный. Пирожные. Чё не знаю. Чё не Вафлер. Алло. Нет. Так, болду уже. Ал бүттү кеттик. Барганда көрсөтөм эмне алдык. Кучу 5 шундай закуп болду. А сырок на блётку. Сикса у вас дома. Можно один взять? Да, можно. Сейчас еще второй раз. Обычно такой же срок. Всем здравствуйте. Это вот обзор на наши покупки. О, картошка. Порвался пакет. Дальше морковка и капуста. Сейчас будет второй пакет. Тут у нас вот мыло, губки и вот. Макароны. Вот. И там дальнейшие. Вот гель для посуды от Германии, немецкого производства. Мыло, две штуки. Зубная паста. Ой, да, зубная паста. Вот. Также вот три сырка, яблоко, банан и помидоры. Помидоры еще в холодильнике. Просто этот немножко, видите, испортился. Вот, взорвался. Третий пакет. Это у нас каша овсяная для Хадижи. Тоже для Хадижи это получается творог детский. Носки. Кто это снял? Тоже носки. Прикольно. Это типа слюнявчика. Не знаю, как назвать, но это для того, чтобы кушать. Чтобы сюда еда падала и можно выкинуть. Да, очень классная штука. Хлеб с чесноком. Вот. Агуша. Еще одна агуша. Вот еще агуша. Еще агуша. Еще агуша. Короб. И еще агуша. И это... Сок. Это какой-то малыш. И... Гербер. Все. На этом третий пакет заканчивается. Некоторые продукты еще мы уже как бы впихнули в холодильник. Многие я не показала, потому что... Снимать мы начали только когда мы уже один пакет уже разобрали. Вот. Поэтому некоторые продукты я не смог показать. Так, мен негизи өзүм тартайын дегем. Эмере кылыпчы, просто кызым уктап калып, анан жаткырып, эмелик үчүн шолуп кетти. Андан порошокту 309 рубль алдым арелди. Эң кымбаттарын айтайын. Туалетный бумаганы болсо 169 рубльга 170 рубль.
чипсы дизель толсрубикен, так, я кизал столском, я обтрусан, это сыр, масло на ющ дизель толсбуктур, простоквашина, а, был наушники, кен, я кизал столсрубик, так, холандара, короче, ушел меня, 5689 рубль. Хорошо, был да, дальше удалось. В общем, да, именно закупка ганда. В основном постоянно лента на налчак, на могу уже и кинчи жол голода, магнитке барганус. А нам магнит лента нам постоянно 6700 рублей хотим сюда лчак-то. Еще хрят ханда, в общем, да, или еще калбачек. Да, состояние лялсанга, лента да, лента да, мы не сяхши порошок, у меня туалетная бумага, у шулар тухшня арзанра алчакта, так халганы миллер хмбат. А макарон дорду, алтунш рубль дан алдым макванкан. Так башка че макарон алхамбас, сана босо 50 рубль дан. Сердне миллер для ганчадам, для закупки здесь Кыргызстанда, сна Москва да.